там будут электрифицировать. Об этом шла речь на Байкальском экономическом форуме, который завершился в Улан-Удэ. Уже сегодня магистраль переживает пик нагрузки. Тепловозная тяга сдерживает рост качественных показателей работы железной дороги, протянувшейся по территории 6 субъектов Российской Федерации. Кроме того, электрификация БАМа скажется и на темпах освоения месторождений, в частности, в Забайкальском крае. Мы договорились о том, что будет строиться ЛЭП-500 вдоль Байкало-Амурской магистрали, которая обеспечит, первое, это стабильное электроснабжение самой Байкало-Амурской магистрали, ну и, естественно, обеспечит все промышленные предприятия, которые там вдоль Байкало-Амурской магистрали располагаются. Я считаю, это очень хороший, позитивный результат. Более того, на следующем совещании, в том числе по моей просьбе, прежде всего, Дворкович поддержал эту идею, и можно теперь с уверенностью говорить, что на одном из ближайших заседаний Энергокомиссии России такое решение будет принято. Я очень удовлетворен ходом этого совещания и такими выводами, к которым в конечном итоге мы пришли. Электрификация БАМа повысит экономическую привлекательность края и даст толчок развитию промышленности, тем самым создаст новые рабочие места для северных районов региона.